Да. Копылова Антонина Петровна. А что у вас? Ваш сын защищал интересы своей родины на территории Сирийской Арабской Республики в составе частной военной компании. 7 марта он трагически погиб вблизи Евфрата. Вы меня слушаете? Женька летом приедет, он обещал. Валера! Сын твой пропал. Нужно срочно организовать поиски, могу сама поехать. Искать вашего сына мы не будем, потому что знаем, где он похоронен. Слышь, ты, я молчать не буду. У меня сын пропал в Сирии. Это частная военная компания. Я о них ничего не знаю, ничего не слышал. Их нет. Законом они запрещены. Если мы расскажем эту историю по телевизору, там, в интернете, тогда они зашевелятся. Мам, ты совсем чокнутая, а? Когда это кончится? Когда у меня сын дома будет. Давай, соединяй меня с Москвой. А если Женя жив, ты же навредишь ему всем этим. Ты же и себя, и нас убиваешь. Это ты виновата. И по мне, хоть бы он всю жизнь в своей комнате просидел. Он здесь радость. А теперь что? А что у нее с сыном? Не знаю. На войне, видимо, погиб. На войне? На какой войне?